Вы смотрите видео об отеле «Кемпинские Кабо». Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель «Кемпинские Кабо» расположен в стране Иордания в регионе Акаба и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 365 километров от международного аэропорта Аман Квин Алия Ам-Аман, в городе Акаба. Отель расположился на первой линии побережья Акабы, на собственном участке пляжа. Условия для спортивных тренировок, спа-центр, хороший сервис, ресторан национальной кухни. Хороший вариант для расслабленного неспешного отдыха. На территории отеля имеется 3 ресторана а-ля карт, 3 бара, конференция-зал до 300 персон, 3 переговорных комнаты, бассейн температурный контроль, спа-центр, салон красоты, услуги врача, прачечная, почтовые услуги, услуги няни платно, обслуживание номеров, бизнес-центр, лифты, в номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар бесплатно, сейф бесплатно, ванна или душ, фен, телефон, принадлежности для приготовления чая и кофе, гладильные принадлежности, Wi-Fi бесплатно, керамическое покрытие, вид на море, балкон или терраса, халаты, тапочки, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из 150 Deluxe Rooms, 37 квадратных метров, максимум 3 человек или 2 плюс 1 ребенок, 16 Panamic Rooms, 39 квадратных метров, максимум 3 человек или 2 плюс 1 ребенок, Garden Rooms, 39 квадратных метров, прямой выход на территорию, максимум 3 человек или 2 плюс 1 ребенок, 8 Junior Suite, 49 квадратных метров, спальня, гостиная зона, межкомнатной двери нет, максимум 3 человек или 2 плюс 1 ребенок. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть спа-центр Анантара, клуб здоровья, сауна, джакузи, массаж, процедурные кабинеты. Просторный бальный зал вместимостью до 400 человек, оборудованный по последнему слову техники, а также два небольшие смежные переговорные. Тренажерный зал. Водные лыжи, катание на лодках, виндсерфинг, каякинг, дайвинг, снорклинг, рыбалка. Также бесплатно доступны фитнес-центр, джакузи, пляжный волейбол. За дополнительную плату имеется сауна, водные лыжи, серфинг, парашют, массаж, дайвинг, дискотека, кинотеатр. Для детей есть бассейн, мини-клуб возраст 2-12 лет, детское меню, в ресторане детское кресло. Год постройки гостиницы 2010. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.